В рамках реализации партийного проекта «Чистая страна» активисты Одинцовского отделения «Единой России» присоединились к масштабной экологической акции «Сохраним лес». Вместе с представителями общественной палаты и местными жителями партийцы помогли озеленить территорию Лесногородской школы и микрорайона «Изумрудная долина». В общей сложности активисты высадили около сотни молодых деревьев. До 30 сентября их высадят более 900 по всему округу.